Полнейший трэш в Blizzard, новости про Steam Deck и бета Halo Infinite. Все это и многие другие замечательные новости в этом свеженьком, как летнее утро, выпуске новостей на рестарте. Я прям представляю, как на микрофоне будет слышно эту стальную трубочку. Так вот, народ, любите экологию или не любите? Поэтому давайте так, те, кто... уважают стальные трубочки, потому что любят экологию, подписываются на канал. А те, кто используют грязные, вонючие пластиковые трубочки, те просто ставят лайк. Уловили? Уловили. Давайте посмотрим, сколько нас. Меня научил этому Инстаграм. Все что угодно, чтобы не говорить о сраных видеоиграх, потому что новостей сегодня не так много, зато какие вообще... В общем, давайте не будем ходить вокруг да около, в Blizzard происходит настоящий ад. Против них сейчас идет крупное судебное разбирательство, касающееся сексуальных домогательств. И можно было бы сказать, что вот опять там кто-то поныл, тыры-пыры, вот кто-то просто недоволен, решил засудить и туда и сюда. Но тут начали всплывать любопытные подробности, и движуха как бы завертелась. Потому что на фоне всего, на фоне того, что руководство Blizzard, и в том числе и Activision, прикрывает все вот эти вот события, которые происходят внутри студии, сами сотрудники студии, наверное, не все, но как минимум десятки, вышли буквально протестовать перед офисами Blizzard. Протестующих очень много, и они как бы требуют правды. Они как бы требуют, чтобы руководство перестало покрывать отвратительные события, которые происходят внутри компании, о которых как бы до этого кто-то говорил, но в основном их все пытались замять, и как-то это никогда не выходило наружу. Уже в целом история попахивает гарью. Но тут, конечно же, вылезает наш любимый игровой журналист Джейсон Шрайер, который, как оказалось, долгие-долгие годы хранил у себя в загашнике огромное количество инсайдиков из Blizzard, и по его информации у них в офисе происходит, ну, как бы полный трэш, на фоне которого судебное разбирательство и протестующие вполне себе адекватная реакция. Я, честно говоря, прочитал это все, и у меня встали вопросы, каким фигом Blizzard вообще до сих пор в бизнесе. С чего бы начать? Наверное, с того, что меня поразило больше всего. В Blizzard есть культура и, в принципе, считается нормой бухать на рабочем месте. И это как бы то, что происходит на постоянке. То есть у них прям внутри студии, у них есть бары, не один, несколько больших, крупных, полноценных баров. И к ним как бы круглосуточно у всех сотрудников просто есть доступ. И как бы, в принципе... не осуждается то, когда сотрудники просто идут и во время рабочего дня просто идут в бар, во внутренний бар в студии Blizzard, и просто бухают на рабочем месте. Это как бы только половина истории. Потому что у них развилась так называемая братанская культура. Вот это вот дебильное... в общем, вы могли видеть нечто подобное в дебильных американских комедиях про студентов, да? Когда у них там есть какие-то общежития, где у них какие-то вот эти вот клубы Альфа и Омега, и они вот там что-то... Ну, короче, вот это вот полнейший трэш, где, значит, новичкам устраивают обязательно испытания, если он хочет вступить в этот клуб и так далее и тому подобное. И нечто такое происходило большую часть истории Blizzard внутри офисов. Как описывается, после релиза World of Warcraft сотрудники Blizzard почувствовали себя рок-звездами, начали зарабатывать очень много денег, соответственно, начали очень много тратить, у них появились дорогие машины и дорогие привычки, и как бы понеслось. То есть для них было совершенно нормой, что вот в студию приходит новый паренек работать, они просто берут его и ведут по всем столам, вот, ну, сотрудников, которые там в этом отделе работают, предположим, он новый художник. Художники берут новичка, ведут его, и за каждым столом он там пьет стопку, оценивает их работы. Потом они идут к столу следующего сотрудника, там что-то тоже перетирают, пьют еще стопку. И то есть у них постоянно происходит какой-то бухич в офисе, просто неконтролируемый. Я просто, типа...
Знаете, как вот мы часто ноем про то, что ой, Activision купила Blizzard, и теперь у них никакого контроля, теперь они просто холодно, расчетливо для корпорации делают свои игры. Вот дайте художникам свободы. У этих художников слишком много свободы, надо сказать. Типа, наоборот, должна была прийти Activision, надавать всем по лбу и сказать, вы чё, охерели? Чё это за дичь? Они бухают на рабочем месте. Неудивительно, что Overwatch перенесли на 23-й, а Diablo Immortal на 22-й. Кстати, да, это еще. Вроде как уже официально, что Diablo Immortal перенесли на 2022, а Overwatch 2, разработка его происходит настолько медленно, что вроде как инсайдеры сообщают, что в 22-м игра тоже не выйдет. Неудивительно, что вот после релиза World of Warcraft у них настолько мало игр выходит, что каждое там дополнение с новой небольшой локацией люди должны ждать по несколько лет. Они ж бухают на работе, занимаются какой-то херней. Окей, ладно. Основное это разбирательство касается сексуальных домогательств. Понятно, что где алкоголь, где мужики находят алкоголь, там начинают происходить всякие непотребства. И то есть я не удивлюсь, что в таких вот, ну, в такой атмосфере действительно были чуть ли наверняка не изнасилования в офисе. Но там описываются куда более простые истории из разряда вот. Приходит девушка, значит, в шортиках, ей просто говорят: слышь, жопа у тебя норм. Это, кстати, цитата, если что. Это не из разряда ей сказали, что вот вы сегодня, мадемуазель, замечательно выглядите, а она такая: сука, это практически изнасилование. Нет, ей сказали: жопень у тебя нормальная, слышь? Вот, и как бы... Окей. Я знаю, что даже на это очень многие могут сказать, что, ну, это же комплимент. Я, наверное, не согласен. По мне, это все-таки звучит как, ну, практически как, ну, жесткий. Ну, короче, неприятный комментарий, я бы так сказал. Наверное, так не надо говорить все-таки девушкам. Но я знаю, что в интернете много людей, которые посчитают, что, в принципе, норм, девушка не оценила комплимент. Но... чтобы вы понимали уровень и понимали, что все как бы не просто так. Один технический специалист поставил камеры в туалетах, в общественных, в офисе. Он поставил камеры в туалетах. Вы просто уровень оцените трэша, который происходит в офисах Blizzard. Да нахер их всех гнать, весь офис просто разгоняете. Типа, не то чтобы Blizzard сейчас какие-то у нас суперская какая-то компания. Activision, он постоянно ноет, что Blizzard им мало денег приносит. Ну, вот как бы со стороны денег, со стороны бизнеса. Со стороны игроков Blizzard тоже уже очень давно ничего особенного не делает. Ну, какие-то аддончики там делают. Персонажи для Overwatch вообще как бы перестали делать. И это при том, что это Overwatch. Ни о каком Warcraft 4 каком-то там адекватном, ни о чем таком речь вообще не идет. Да нахер их всех гнать, разогнать всю эту шелупонь. Они себе найдут нормальную работу потом, они талантливые люди, ну им нужно руководство, это же полная херня. Ну и поверх всего, там, конечно, идут типичные истории, что на BlizzConах был там какой-то определенный мужичок, который набирал, так скажем, высоко лояльных фанаток и косплеерш Blizzard, да, и у них был специальный отель, куда этих фанаток водили и как бы вроде бы как очень намеренно спаивали. И я понимаю, что обычно такие истории, когда всплывают, это типа, просто кто-то побухал с девушкой, дал ей комплимент, и теперь вот она хочет всех засудить. На фоне всего остального я как бы уже не удивлюсь, если буквально все так и было, что буквально просто набирали косплеер, в наглую их спаивали и просто как бы делали... Ну, вы понимаете, короче, куда я веду. Blizzard! Я не знаю, с Blizzard надо что-то делать. Как бы это помягче сказать-то? Я понимаю, что, наверное, вот то, что они там пьют, и то, что разработка всего-всего занимает кучу времени, это дает свои плоды. Потому что даже несмотря на то, что вот для нас, для более хардкорной аудитории, хотя я даже не знаю, как это описать. У нас есть казуальная аудитория, да? И потом есть ультра-хардкорная аудитория. Вот для нас, для вот средней аудитории, которые хотят там новую сюжетную кампанию в Warcraft 4, или там новую сюжетную игру, или что-нибудь новое, да? Они просто новые персонажи в мультиплеере.
мультиплеерной стрелялки. Для нас они тоже ничего не делают. Но трудно отрицать, что Blizzard все равно с художественной точки зрения делает потрясающие вещи. Там их синематики для Overwatch всегда выглядят невероятно. У них такая музыка, такой арт, те же самые персонажи для Overwatch. Overwatch буквально единственная игра, которая есть у современной Blizzard. Я буду очень долго вспоминать те несколько месяцев, когда я играл в Hearthstone в каком-то там 2013 году. Но какая там музыка? Ну нельзя этому отказывать. Как это все здорово. То есть в Blizzard-то сидят таланты. И им нужно какое-то направление. Даже не какое-то направление. Им просто нужно, чтобы они, ну, минимально прилично вели себя на рабочем месте. Ну, типа, как минимум, не пить, сука, в рабочее время. Вы в своем уме. Чё у них в головах? При этом всем руководство Blizzard, даже не руководство Activision, да, которое вот как око Саурона сверху на них смотрит, о чем, кстати, тоже говорилось. Руководство Blizzard именно закрывает на это все глаза, разрешает им это все делать, и как бы, да нет, все в порядке. Вы чё там совсем головой тронулись? Просто, ну, короче, вы поняли, что я имею в виду. И нужно как бы в железные рукавицы их брать и управлять. Либо просто разгонять всех в шею и нанимать новых. Да, это будет другой Blizzard, ну, типа, все равно от старого Blizzard, который там сделал нам Warcraft 3, ничего не осталось. Так что, как бы, какая разница? Были запущены бета-версии, бета-тесты, ну, как назовете, двух очень ожидаемых игр. Во-первых, это Halo Infinite, и во-вторых, это Back 4 Blood. Обе мультиплеерные стрелялки, и про обе внезапно много чего есть рассказать. И, конечно же, обе будут в геймпассе в день релиза. Ведь можно же за жалкие деньги получить геймпасс на целый год и играть в сотни игр. А если ты новичок, то всего за доллар. Давайте начнем с Halo Infinite. Люди оказались очень впечатлены тем, что они увидели в этой игре. С точки зрения геймплея, играется очень и очень бодро. Как говорят специалисты по Halo, да, есть, конечно же, и такие. Вот на РЕН-ТВ, когда будет следующий очередной репортаж про инопланетян, там появится какой-нибудь человек, у него будет написано «специалист по Halo». Вот, специалисты по Halo сообщают, что это вроде как сборная солянка из всего лучшего, что было в предыдущих частях. Я по Halo не очень специалист, поэтому сообщаю вам, что говорят специалисты. Но я был очень впечатлен некоторыми деталями, некоторыми возможностями, которые есть в этой игре. Например, очень многие люди отмечают искусственный интеллект. И искусственный интеллект в Halo, он всегда был как бы супер. Мы здесь вообще-то говорим о мультиплеере. И студия-разработчик 343, они как бы добавили ботов. Ну, они тестируют разные вещи, это не важно. Просто в игре есть боты. И боты очень и очень умные. То есть боты учатся у людей, и они умеют использовать. Они не просто типа супер точно стреляют. Они используют всякие тактические возможности. И, к примеру, они используют такую фишку, как можно кинуть сканер, который как бы сканирует окружение. Ну, можно просто его использовать и кинуть на землю, и он будет сканировать, и вам на карте показывать, где враги. Но сканер можно прилепить к человеку, и он будет бегать по карте, и вы будете как бы смотреть вокруг, что происходит. И боты умеют это делать. Ну, это понятно, это прикольно, классный искусственный интеллект, но я в целом был удивлен, что в игре вообще есть такая прикольная, интересная фишка. И вот именно про все эти небольшие, классные, интересные детали геймплея, видимо, Halo и есть. Они в трейлерах показывали очень крутую фичу, что можно кинуть гранату, и граната взорвется и откинет тебе, значит, легендарное супероружие, которое там где-то лежит, и ты таким образом, с помощью взрыва, быстрее остальных получишь это оружие. У кого-нибудь из-под носа можно украсть. Это было тупо, ну, приколюха какая-то в трейлере. Это буквально можно сделать в игре. Вы можете засесть там на какую-то башню, палить появление этого там супермолота. Я прошу прощения перед всеми специалистами по Halo. Я играл только в первую и вторую часть, поэтому извините. Ты можешь палить появление этого супермолота, в нужный момент кинуть гранату, и молот взрывом отбросит к тебе, и ты как бы получишь это супероружие. И вот эти вот все, конечно, фишечки меня очень сильно впечатляют. Все эти фишечки дадут нереальную глубину геймплею, вот именно мультиплеерному геймплею. Это вот на уровне рендезуки, которую хайпили вот в Battlefield 2042, потому что геймплейная физика, геймплейные детали и механики позволяют творить вот такие вот невероятностные штуки, и это очень-очень круто. Поэтому лично у меня складывается впечатление, что как минимум у мультиплеера Halo Infinite все будет отлично. С другой стороны, людей немножечко не впечатлил графон. И, конечно же, началось типичное нытье, что вот Xbox, как обычно, отсосал у PlayStation. Но я хочу
заметить несколько вещей. Во-первых, графон стал в разы лучше того, что было вот на первой презентации, потому что тогда действительно выглядело очень так себе. Сейчас графон стал да вполне нормальный графон. Я понятия не имею, что народ ноет. Нормальный современный графон. Да, там нет ничего особенно выдающегося, чтобы ты такой посмотрел на какой-то определенный эффект, такой, да, вау, вот это вот круто. Просто игра выглядит, ну, современно, ну, нормально, я не знаю. Но надо не забывать, что игра также делается и для старого Xbox One, это во-первых. Во-вторых, игра, ну, Halo, он вообще особенно графоном никогда не выделялся. Я вот сейчас делаю видос про Xbox, и я играл в Halo 1 и в Halo 2. Я и раньше в них играл, но я просто сейчас переиграл. И они на самом деле выглядят очень так себе по графону. При том, что Xbox, ну, как бы был топчиком того времени, мне кажется, Halo 1 и Halo 2, конкретно на самой консоли, выглядят так себе. Но при этом Halo брал, во-первых, искусственным интеллектом, во-вторых, физикой и, в-третьих, конечно же, большими масштабными открытыми картами. Вот туда вот уходила вся производительность железа. И здесь то же самое. В этих мультиплеерных картах, конечно, не было больших открытых пространств, но здесь была другая вещь. То, что Xbox Series X и Xbox Series S целятся в 120 кадров в секунду. И Xbox Series X вообще планирует это делать при нативных 4К. Там, понятно, какие-то есть дополнительные хитрости, дополнительные апскейлеры, но это все равно очень сильно впечатляет. Вот туда вот идет вся производительность консоли. И понятно, что в каком-нибудь очередном эксклюзиве PlayStation там графон может быть лучше. Я не знаю, зачем я провожу эти сравнения, начинаю какие-то строчи. Понятно, что графон где-то может быть лучше, но не то чтобы они не используют мощности Xbox Series X. Они просто идут немного в другое русло, а не в графон. В конце концов, мы же не в графику играем, правильно? Но меня мультиплеер не сильно интересует, я не фанат всего этого мультиплеера. Я больше жду, что они там покажут, расскажут про синглплеер. Вот это мне действительно намного интереснее. Мультиплеер выглядит нормально, но я в него играть, конечно же, не буду. С другой стороны, прошла бета Back 4 Blood, того самого наследника Left 4 Dead, которого мы все очень давно и долго ждем. И вот тут все как-то уже не настолько радужно. Ну, на поверхности вообще выглядит отлично. Хорошая графика, хорошая стрельба, зомби убирают, и все прикольно. Но встает одна проблема. У игры практически нет никакого своего характера. Во-первых, карты, как минимум те, которые в бета-версии, они очень сильно похожи на те карты, что были, собственно, в Left 4 Dead. Как будто это просто ремейки тех карт. Во-вторых, игра сделана на Unreal Engine 4, и она выглядит как, ну, типа, как типичная игра на Unreal Engine 4, как и все эти игры. И поэтому многие недовольны как бы визуальной составляющей. Да, она технологичная, оно как бы все выглядит красиво и круто, но у игры совершенно нет никакого своего настроения. Она выглядит просто как дженерик шутер по зомби. Обычное оружие, обычное освещение, идешь типа пиу-пиу, враг умер и неинтересно. И тут всплывают именно все вот детали Left 4 Dead, которые сделали игру такой захватывающей, такой культовой. Это вся музыка, то, как кричали враги, то, какие там звуковые эффекты, то, с каким звуком стреляло оружие, все эти фильтры на экране, когда что-то происходит. Даже элементарно, когда уровень загружается, там же каждая миссия, она стилизовалась под постер какого-то фильма. Все это создавало определенный характер Left 4 Dead, и ничего из этого нет в Back 4 Blood. Back 4 Blood абсолютно безликая стрелялка с зомби. Но даже более того, они испортили многие геймплейные механики, которые были в Left 4 Dead и, собственно, делали его такой реиграбельной, замечательной игрой. К примеру, такая мелочь, как возможность просто расталкивать зомби. В Left 4 Dead была такая простая фича, когда на тебя набегала куча зомби, ты там жмешь кнопку, и он их толкает, и если там много зомби, они, значит, все толпой расталкивались, и вот как бы такая механика по управлению толпой врагов. Эту мелочь, которая, наверное, она на первый взгляд выглядит неважно, но ее просто заменили на обычную рукопашную атаку, когда герой просто бьет врага и тут умирает. И они не осознают значимость такой мелочи в основном Left 4 Dead. Они изменили систему выдачи патронов игрокам. То есть в оригинале у нас же была достаточно толковая схема, когда по уровню были разбросаны вот эти вот чекпоинты, где тебе выдавали свежие патроны, может быть, свежее оружие. И поэтому ты тактически думал, какое оружие тебе понадобится вот на этом конкретном отрезке игры, ты там экономил патроны, тут какие-то апгрейды для оружия можно было найти, то есть патронов часто не хватало, и ты не мог вернуться, и ты должен был идти дальше. Короче, вот это вот все было очень интересно, и этого просто нет в Back 4 Blood. То есть таким образом они убирают все интересное, что было в Left 4 Dead, оставляя просто дженерик шутана от первого лица зомби. И сам по себе шутан неплохой, конкретно говоря о стрельбе и вот импакте от стрельбы, но в нем нет ничего,
что делает игру особенной и захватывающей. И поэтому большинство обзорщиков отзываются о вот этой бете Back 4 Blood просто как о скучной игре. Просто им неинтересно. Они прошли там миссию один раз и все. Они не хотят к ней возвращаться. И это, конечно, проблема. Но, с другой стороны, на то эти беты и происходят. И большую часть этих вещей, в принципе, можно поправить. Поэтому будем ждать, будем смотреть, будут ли они что-то с игрой делать. Очередную пачку журналистов пустили потрогать Steam Deck. Steam Deck. Теперь его называют Steam Deck. Но Deck какое-то уже неприкольное, изъезженное слово. Мне намного больше нравится. Как? И все они, все эти журналисты, поголовно говорят, что Steam Deck просто офигенный. Интереснее всего, видео вышло, естественно, у популярного канала Linus Tech Tips, и он там начал тестировать вообще все, что угодно. Вообще, за последнее время всплыло очень много новых деталей о Steam Deck, всплыло много новых подробностей, и Linus, который начал тестировать все, что вообще он мог сделать со Steam Deck, как бы добавляет в эту гору интересного. Я должен, кстати, извиниться, я в прошлый раз, когда про Steam Deck говорил, я немножечко совершил ошибок, где-то там оговорился, в общем, поторопился. Но суть-то осталась на самом деле тоже. Steam Deck выглядит очень интересно, но остается много вопросов, как это будет работать и будет ли вообще на самом деле работать. И все-таки я считаю, что Steam Deck слишком огромный. Кстати говоря, у меня недавно был день рождения, и мне подарили Nintendo Switch Lite. Спасибо, Юля, спасибо, Гриша. И знаете что? Для меня это было практически таким открытием, откровением. Потому что Switch Lite на самом деле очень маленький. И он очень приятно и комфортно лежит в руке. И после него я не хочу возвращаться к большому Switch'у. Он выглядит как огромная неудобная бандурина. То есть по мне вот это вот идеальный форм-фактор. Вот если взять, например, PlayStation Vita... Ну, маловато. На самом деле, я пытался на PlayStation Vita играть в большие игры, в ту же самую Killzone, которая там есть. Ну, экран маловато. А вот в таком форм-факторе идеально. И я не хочу возвращаться к большому Switch'у. А Steam Deck еще заметно намного больше, чем Nintendo Switch. И этот размер меня, конечно же, напрягает. И в комментариях под прошлым видосом мне люди писали, типа, Steam Deck весит всего 700 грамм. Закинул в рюкзак. Что, блогеры совсем 700 грамм не могут понести в рюкзачке? Ничего не держат тяжелее мышки. Но это как бы максимально глупый комментарий, потому что дело же не в том, сколько он весит. Ты можешь и PlayStation 5 в рюкзаке носить. И что, ты будешь ее доставать вместе с монитором? Вот засунешь PlayStation 5 вместе с монитором и вот этим вот пауэрбанком на 40 тысяч, который можно с собой на рыбалку взять. И там розетки полноценные. И ты, значит, берешь их в рюкзаке, в метро, значит, достаешь, раскладываешь, подключаешь и играешь. Портативная консоль, ну да. Дело же именно в целом в размере. То есть представь, вот ты летишь в самолете, и тебя вот так вот со всех сторон, значит, затюкали, здесь сидит мама с ребенком, здесь какой-то жирный мужик, дышат на тебя, кричат, и ты вот такой вот сидишь, и тебе надо достать, залезть в рюкзачок, достать это как-то, достать из чехла, там подключить, наушники надо подключить. И вот понимаете, что со свечом это еще кое-как можно сделать. А со Steam Deck'ом, мне кажется, уже как-то будет сложновато. Но тем не менее, возвращаясь к блогерам, которые, так скажем, независимо потыкали Steam Deck и рассказывают людям, что все замечательно. Да, по их опыту действительно все было замечательно. И в том числе тот же Linus, он просто без проблем подключал любую периферию, и она просто работала. И куда интереснее, он реально притащил монитор и просто по Thunderbolt его подключил, и все просто работало. То есть Steam Deck буквально мог использовать монитор как второй экран. И то есть, например, на самом Steam Deck вы там можете что-то, не знаю, открыть ютубчик, а на мониторе играть. Это же, ну, это отлично. Что это, то, что это работает, это отлично. И те игры, которые людям позволили запустить, все работают отлично. Проблема в том, что людям позволяли запускать только там Doom Eternal, Control и Hades. И это, конечно, проблема. Linus упросил. Он упросил их, чтобы ему разрешили запустить Counter-Strike GO. И то, что так мало игр пока на Steam Deck'е показывают, это, конечно, немножечко напрягает. Но, с другой стороны, Control довольно тяжелая игра. И на минималочках в разрешении 800p, потому что экран 1280 на 800, по-моему, работает отлично. Конечно же, вы скажете, что на минималочках. Это же, ну, я за эти деньги сейчас PlayStation 5 куплю, и у меня будет такой контрол там. Ну, я еще раз напоминаю, что на портативках надо идти на сильные компромиссы, к сожалению.
тут ничего не поделать. И это совершенно нормально. То, что на Steam Deck все игры будут идти в минимальных настройках. Я вам напомню, когда эти игры портировали на Nintendo Switch, там настройки были сильно-сильно ниже минимальных. А тут Ведьмак 3 вроде на средних у людей даже работает, и вроде как бы все здорово. Так что дело такое. Steam Deck выглядит все интереснее и интереснее. А, ну и да, был еще разговор про то, что в любой Steam Deck можно будет ставить свой дополнительный NVMe накопитель, но никто это делать не рекомендует, так как железо в портативках, оно очень сильно укомпоновано. То есть где-то там, вероятно, есть порт для NVMe накопителя, но чтобы туда добраться, вы, скорее всего, должны будете все вскрыть, все размотать, то есть гарантия ваша спадет. Поэтому это делать не рекомендуется. И да, наверняка можно будет купить версию на 64 гига и поставить туда нормально свой жесткий диск, но с этим будут связаны определенные проблемы. Так что дело такое. Но Steam Deck все равно выглядит очень-очень любопытно. Жалко, в России фиг купишь. Я бы, честно, я бы предзаказал уже, но я просто не могу этого сделать. Там надо иметь европейский аккаунт, надо, чтобы на нем были покупки и вообще, а сменить регион просто так в Steam вроде как нельзя. Возможно, я говорю глупость, возможно, можно, но я помню, что Valve боролись с перекупами, которые покупали по региональным ценам в России игры и потом продавали их людям в Америке, у которых игры, естественно, стоят намного дороже. И Valve с этим боролись, и поэтому нельзя просто так поменять регион. Я к чему? Я к тому, что нельзя просто через VPN зайти и типа заказать. Нельзя. И тем более все предзаказы уже расхватали. Так что проблема. Когда мы увидим на самом деле Steam Deck в России, большая-большая загадка. Ну и последняя, коротенькая, простая, но крайне приятная, позитивная новость состоит в следующем. Прилетело недавно сообщение, что создатели Саус Парка, Мэтт Стоун и Трей Паркер, кажется, их зовут, подписали жирнющую сделку. И Саус Парк теперь будет выходить еще следующие лет 7, что ли. Они подписались на несколько фильмов и еще на кучу сезонов, по-моему, еще на 7 сезонов. И ладно, это все дело такое. Но инсайдеры сообщают, что они также организовали свою специальную внутреннюю студию разработчиков, которые делают новую игру по South Park. Как вы помните, у нас была Палка Истины, замечательная абсолютная игра, Fractured But Whole, которая вроде была такая же, но мне не понравилась содержательно. Писанина в этой игре мне показалась значительно хуже. Но все равно, игры хорошие, их делали Ubisoft в свое время. Не, погоди, их издавали Ubisoft, а делали Obsidian. Как это работало? Путем сложной журналистской деятельности я выяснил, что первый South Park, Палка Истины, его делали Obsidian, поэтому вышла хорошая игра. А вторую часть делали уже Ubisoft. Поэтому вроде бы на поверхности все то же самое, а на деле лажа какая-то, потому что Ubisoft не умеют делать игры. И вообще... Короче, судя по всему, создатели South Park решили отказаться от услуг Ubisoft, и теперь сами свои внутренние студии будут делать игры по South Park, что входит в вот эту вот жирнющую сделку, которую они недавно подписали. Такие дела. На этом, друзья, у меня все. Спасибо большое за просмотр. Если вам понравилось это видео, вы знаете, что делать. В описании найдете все ссылки, которые вас могут заинтересовать. В комментариях пишите все, что думаете, в том числе... Как вам та заставка на экране? Мне нравится, красивая. Цвета хорошие. Здорово. Ах, да, я еще хочу себе новый монитор купить, потому что я... У меня когда переезд был, я, короче... У меня был вот этот вот копеечный монитор от Philips. Он стоил буквально 1004, я его купил просто, чтобы на стримах. И во время работы что-то он мне там минимальную информацию показывал. Но во время переезда он, короче, сломался. Хочу новый монитор... Чтобы много герц было, чтобы плавно было, просто капец. И чтобы G-Sync поддерживался нормально. Чтобы плавно, чтобы просто было так плавно, чтобы все просто охерели. Мне даже, наверное, нужны не конкретно советы по моделям, а советы, на что смотреть. А, да, по экрану-то ползут патроны. Замечательные люди, благодаря которым я могу покупать мониторы и через год просто их разбивать. Смотрите. Спасибо им огромное за это. Если вы хотите подписаться, ссылки все будут в описании. Увидимся. Кола мое тотемное животное сегодня. Потому что кто-то меня все время тюкает туда-сюда. Это пятое, десятое. Заткнись.
Если что, я не бухаю, тут реально кола просто. Заказал свет, короче, на Алиэкспрессе. Такую длиннющую LED-ленту. Они ее доставляют и доставляют на какой-то пункт выдачи. Я такой, ладно. Иду на пункт выдачи, он довольно далеко. Ну как, типа полчаса пешком, ну как бы на автобусе там надо проехать, если что. Ну не близко, так скажем, да, не супер близко. Прихожу туда, говорю, вот и вот. На меня начинают кричать, типа, что вы приперлись сейчас, я не могу. Вообще, давайте потом. Там какая-то женщина сидела, кричала на меня. Я такой, что? Ну, то есть, я был в абсолютном шоке, что что-то такое происходит. Это пункт выдачи, дайте мне мою штуку, я пойду с миром. И мне сказали, приходите завтра. Я такой, ладно. Прихожу, а там закрытая табличка висит. Сегодня воскресенье, по воскресеньям мы не работаем. И везде об этом было написано. Вы просто не удосужились прочитать. Это ваша вина. Я такой, чё? Я вообще понятия не имел. Мне сказали, приходите завтра. Я типа в таком шоке с этой херни был. Я про... Ну вообще, это какое-то свинство конченое. Что было? Ну да, на Почте России запаривали очереди, все кричат, но на Почте России хотя бы все было надежно. А тут вообще непонятно, что происходит, какие-то рандомные всратые пункты выдачи, какой-то трэш полный. О чем я? Я рассказывал вам историю про курьера. Ах, да. Это же новости на рестарте.